Европейские профсоюзы предупреждают, водители переутомлены и не высыпаются. Давно известно, что работа водителей в международном транспорте крайне изнурительна, как физически, так и умственно. Это также подтверждено исследованиями профсоюзов, которые показывают, что профессиональные водители переутомлены и не высыпаются. Из отчета Европейской Федерации работников транспорта ETF следует, что у 80% водителей нет условий для полноценного отдыха. Работники жалуются, что им не хватает сна и что они постоянно переутомлены. ETF предупреждает, что они потенциально представляют серьезную опасность на дорогах. В исследовании приняли участие 2,8 тысяч профессиональных водителей. Отчет ETF основан на данных исследования, проведенного Бельгийской Федерацией. Полную версию отчета опубликуют в июне 2021 года. После года работ и за полгода до завершения проекта ETF решила скрыть часть цифр, которая вызывает беспокойство. Постоянные проблемы водителей-водителей, участвовавшие в исследовании, указали на плохое качество сна, прерываемый отдых и постоянное чувство усталости как постоянные проблемы на работе в международном транспорте. По оценкам, водители, которые могут проводить в пути даже 240 дней, редко пользуются отпуском, из-за чего они подвергаются риску не только усталости, но и стресса, связанного с выполняемой профессией, что увеличивает риск серьезных заболеваний, таких как, например, инфаркт. Опрошенные ETF водители в основном признают, что их не проверяли даже в течение нескольких лет. По данным ETF, проблема затрагивает весь Европейский Союз. Вскоре, однако, она будет решена одновременно с началом действия систем, загружающих данные из цифровых тахографов второго поколения. Государства должны запустить сеть антенн для сбора данных, в частности, о сроках вождения до 2034 года. Тревожные данные ETF об опасности ДТП не подтверждаются европейской статистикой, которая показывает постоянное снижение числа дорожно-транспортных происшествий, вызванных водителями грузовиков.